Ослик. Мы пришли до ослика. Ослик, иди сюда. Ослик, иди сюда. Красивая осень. А тут и козочки. Вот они, козы. Козы, козы. И вот маленький козленочек. Видела? Маленький-маленький козленочек. И уже еду думает себе. Козленок, а тут горы. Красота красивая. Это все кукуруза для них. Ой, пойдем посмотрим, что там ослик. Якает. Это вон так? Да, я. Ослик. Ослик. Природа, курочки гуляют. И тут сейчас павлины где-то гуляют. И оленятка есть. Оленятка, ты где? А, вон оленятка, смотри. Оленятка, иди сюда. Видела? Вон оно, вон оно. Все курочки. Павлины, глянь. Покажите свои хвостики красивые. Павлины, покажите свои хвостики красивые. Покажите свои хвостики. Алис, ты увидела павлинов? А вот оленяточка наша. Симпатичная. Ой, это как будто осленок, да? Они говорят, оленятка. Подожди. Ты оленятка красивый, да? Олененок. Олененок ручной. Конечно, когда живут с людьми оленята, они становятся ручные. Павлины. Павлины. А точно павлин? Да, да, они хвост распускают свой. Олененок. Олененок ручной наш красавчик. Видишь? Ой, листики хоть. Подай ему листик. Он, наверное, листик не будет. Он травку он ест. Сено. Ой, это кто? Вот это фазаночек кто? А, здесь там у меня фазан был. А я думаю, кто это? Там фазан был, а это курочки. Блин. Леса Карпат. А вот сразу голуби на крыше живут.